только не написал и не скинул мне интервью Люси Чеботиной с Музлофта. В моменте мне уже просто хотелось уйти, потому что в конце программы мне было прям тяжело ее слушать. Люся Чеботина, очнись! Это приводит вот к таким вот проблемам со связками, которые мы в итоге слышим потом на живых концертах. Да она же орет! Она же рвет горло! У меня было больше ожиданий, чем оно есть на самом деле. Это вам не 2,5 часа петь «Солнце Монако». Концерт Агилера, она говорит, мне не понравилось. Я говорю, в смысле? Она говорит, я не хейтер, но мне не понравилось. Агилера споет одну ноту, это уже вот уровень сложности всего альбома Люси Чеботиной. Потому что все на записи звучит в одном виде, а по факту в лайве это звучит не так красиво. Пора бы нам немного поговорить. На правах человека, который хорошо разбирается в музыке, который ходил на концерт Адель, и просто которому не безразлична эта тема, я не могла обойти этот инфоповод стороной. Вы знаете, мы здесь на этом канале обсуждаем новости, скандалы, интриги, расследования, и я позволила себе сделать такой ролик. Вот так, как бы. Скажу больше, мы не только обсудим мнение и проблемы Люси Чеботиной, но и войдем в портал в ад. Зачем? Вы славите дьявола. Это его музыка. Это она звучит в аду. Портал в яму российских чартов и шоу-бизнеса. Ох, ребята, это сложно. Но возможно. Меня зовут Монакова Дарья. Это канал Easy Music. И надеюсь, я и Адель, мы не будем сниться Люсе Чеботиной в кошмарах. Быстренький кружочек, быстренькая информация, потому что я забыла кое-что вам сказать. У меня вышел сингл «Versace», и вы можете его послушать и посмотреть. Так что переходите по ссылочке сверху и наслаждайтесь. А мы начинаем. Ввожу в курс дела. Совсем недавно вышло интервью Люси Чеботиной на канале Стаса Ярушина «Музлофт». «Музлофт» приглашает артистов нашей сцены, нашей эстрады, где они поют свои песни, каверы, говорят о творчестве и любых насущных вопросов. Этот формат как бы знакомит слушателей с представителями нашей эстрады и старается раскрыть их с новой музыкальной стороны. И на свое второе уже интервью пришла Люся Чеботина. И некоторые доводы даже меня не смогли оставить равнодушной. Поэтому я сегодня как из зоопарка, знаете, выбежала. Сразу поставлю дисклеймер. Это было действительно очень субъективное личное мнение Люси. В этом нет ничего плохого. Вообще, как бы, ну, человек имеет право на свое мнение. Но мы тут с вами ведем диалоги и можем либо согласиться, либо нет. А я буду очень не соглашаться. И, конечно, крайне важно, как это мнение преподносится. Мне показалось, что то, что было сказано, это совсем несправедливые суждения, которые мы как бы слышим из уст музыканта и вокалистки с хорошим бэкграундом. И мне не хочется в этом ролике унижать Люсю, я очень постараюсь. Она далеко не бездарность, и у нее есть хороший самобытный тембр, и она умеет петь, в отличие от многих на нашей эстраде. И это глупо отрицать. Те, кто пишет, что она не умеет петь, ребят, она умеет петь. Если как бы вы это не понимаете, значит, вы это не понимаете. Я поднимаю тост за своего бывшего, какие... Люсю спросили про концерт Адель и про ее впечатления от этого концерта. И, конечно, Адель не $100, чтобы всем нравиться. Это нормально, что какой-то концерт может не зайти. Я всегда мечтала побывать на концерте, потому что Адель славится своим потрясающим, невероятным вокалом. Да. И это не единственное, чем она владеет. Это еще и большое, гигантское количество шикарных песен с потрясающим смыслом. Но давайте по порядку. Конечно, многие подписчики знают, что совсем недавно я была на концерте Адель в Мюнхене. На большой резиденции. У меня даже есть очень трогательный обзор этого шоу. Ссылка будет сверху. Вы будете очень растроганы, если посмотрите этот выпуск. Я очень его люблю. Я так же, как и Люся, люблю песни Адель. И у меня были высокие ожидания от этого концерта. Я считаю, что Люсе очень повезло, что она поехала именно в Вегас. Так как концерт в Мюнхене вмещал 80 тысяч зрителей, а резиденция в Вегасе вмещает 4 тысячи человек за один концерт. То есть обстановка в Вегасе более интимная. И это как раз то, что нужно для концерта Адель. Я мечтаю посетить эту резиденцию, но посетила огромный стадионный концерт. У меня было предвкушение, что сейчас я покроюсь максимально мурашками, меня просто снесет волна ее голоса. Меня поразила графика шоу, меня поразило абсолютное качество экранов по бокам, качество звука. Но она очень много разговаривала.
мне параллельно казалось, что как будто бы я пришла на концерт стендап-комика. Она потрясающая вокалистка, но того эффекта, который я ожидала, я его не получила. Но для начала да. Адель действительно много общается со своей аудиторией. Репертуар Адель очень балладный, лиричный, и я не понимаю, какие ожидания были у Люси от концерта, зная тот факт, что эта артистка не про фан, не про танцы, а именно про погружение в мысль, погружение в музыку, погружение в вокал. И да, давайте честно, сколько роликов можно увидеть в интернете с речами Адель на ее концертах? Это, ну, это просто главная фишка ее. This song really changed my life. I wrote it when I was 21, and I was, up until, you know, that point in my life, it was the lowest I'd ever been. I wish I could have told my younger self it gets a lot worse. И это же очевидно. Она сама говорит, что знает, какие у нее медленные, грустные, нудные песни. Она сама про это говорит. Поэтому этот якобы стендап нужен не для того, чтобы Люся захотела уйти. В моменте мне уже просто хотелось уйти, потому что в конце программы мне было прям тяжело ее слушать. А для того, чтобы люди, которые вдохновлялись годами творчества модель, смогли еще больше приоткрыть для себя ее как личность. И уверяю, поклонники ее творчества этого и ждут на концертах, и им это нравится. Адель круто шутит. Она этими разговорами кажется вот своей в доску. Ее любят за эту простоту. Хотя, на секундочку, она является одной из самых продаваемых артисток современности. Но, может, проблема была в том, что Люся не понимала, что говорит Адель по-английски с ее британским British акцентом, и не погрузилась до конца в ее размышления. А это важно. Ну, Адель действительно сложно разговаривать по-английски, но если ты знаешь английский, ты ее поймешь. Раз мы с вами обсуждаем интересные факты, то вот еще один. Поклонники британской певицы Адель хорошо знают, что Hypnotic Poison — ее любимый аромат, которому она верна и по сей день. В одном из интервью Адель поделилась, что начала пользоваться им, когда ей исполнилось всего 15 лет. С тех пор этот парфюм стал ее личной мелодией, которая звучит фоном в каждом мгновении ее жизни. А для нас осень — это тоже время искать свою музыку, свой аромат, что будет сопровождать нас в порывах ветра и шелесте листьев под ногами. Ребята, сейчас осень, осень, упавшие листья, дожди и немного меланхолия, но не повод грустить, так как можно погрузиться в свою новую эру осень. Закупили шарфиками, зонтиками, а завершит образ шикарный осенний аромат. Как вы знаете, я люблю аромабоксы от Рандеву. Потому что первое, это экономия денег. Я не трачу сейчас на большие флаконы, которые стоят без дела, потому что они мне разонравились. Второе, я могу попробовать любые ароматы и экспериментировать, так как в каждом боксе флакончики объемом 1.5 мл, и это классный формат для знакомства с новыми ароматами. Вот, у меня на руках как раз бокс топ осенних ароматов. Давайте же заглянем, что там внутри. Ничего не шумит. Huge Cherry от Angeline. Сладкий и одновременно элегантный. Хоть может показаться, что это вишня, но в составе ноты миндаля, спелого персика, легкого такого кокоса. А также чувствуется косточка вишни, роза и ваниль. Я обожаю вишневые ароматы, хоть и не фанат розы и персика, но этот аромат исключение из правил. Здесь я выношу ваниль и розу. Atelier Materi Rose Ardoise. Это прямо мой аромат. Хоть это и роза, представляете? Я обожаю древесные, такие цветочные ароматы с легкой амброй. А вы знали, кстати, что амбра — это вещество, образующееся в пищеварительных органах кашалота? Представляете, как это добывают вообще? Если не знали, то теперь вы это знаете. Амбровые ароматы очень ценятся в парфюмерии. В этом аромате есть и перец, и мускатный орех. Ну, в общем, очень секси, причем это унисекс-аромат. Mancera Amor Coffee. Кофейный аромат, как будто в эспрессо окунули шарик ванильного мороженого. Я очень люблю кофе, но кофейные ароматы мне вообще не идут. Поэтому этот флакончик, конечно же, я дам попробовать другим любителям кофе. Далее аромат от Memo Inverness. Ароматы Memo всегда звучат дорого. И интересно, очень экспериментально. Почему аромат так называется? Он посвящен старинному шотландскому городу Инвернес и основан на особом запахе высокогорного америса, растущего в этих местах. Аромат очень древесный, очень свежий, а пряно-пудровые ноты масла ириса шикарно дополняют этот аромат. Очень такой загадочный, таинственный. Мне понравился. Аромат от Нишане Темфлио. Также древесный, очень осенний парфюм. Он вроде одновременно свежий из-за мандарина и шафрана, но в то же
же время терпкий из-за жасмина и мускусно-пряного кашмирана. А аккорд сладкого пралине и ванили поженил все вместе. На вечерний променад и свидание самое оно. Арабия Делма. Вот это мой любимчик из этой коллекции. Мандарины, персик, бергамот, жасмин, мускатный орех. От пачули и пряности складываются зефирные такие ноты. Очень интересные, необычные. Вроде есть кислинка, а вроде бы какая-то дерзкость, дерзость. Все в балансе. Ксержов Starlight. Крутой унисекс парфюм. Бергамот вообще, мне кажется, беспроигрышным вариантом, да еще и с кардамоном. Лично у меня ассоциация со вкусом корицы. Он реально такой вот корица. Знаете, вот осенний вайб в шарфике под падающие листья. Под песню «Сумерек». Хочу очень распробовать его получше этой осенью. Далее, Zarka Parfum Cloud Collection номер 4. Кстати, знаете, что он блестит еще внутри? Это моя северная душа тут ликует. Именно так пахнет место, где я родилась, а это в Мурманской области. Пахнет Северным морем, сопками и ягодами, но одновременно этот аромат может унести на юг. Как тоска, знаете, по теплым временам, так как он раскрывается кокосом, апельсином и нежными цветами жасмина. Но вообще, у меня таких боксов штук 15. Уже. Да и вообще сейчас на сайте Рандеву бархатный сезон скидок на все аромабоксы, которые поднимут настроение вам этой осенью. Да еще вам подарочки при заказе подарят. Поэтому, ребята, внимание! По моему промокоду 10EASY вы получите скидку 10% на весь ассортимент. Покупки от 2500. И мой промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Так что звучите с этими ароматами вместе, радуйте себя и своих близких. А мы продолжаем. У меня было больше ожиданий, чем оно есть на самом деле, потому что все на записи звучит в одном виде, а по факту в лайве это звучит не так красиво. Люся, милая, ты тоже на записи звучишь одним образом. А живое выступление, на то оно и живое, что человек может и ноту промазать, и петуха поймать. Это жизнь, господи, это жизнь. Nobody's perfect. И всем вокалистам и музыкантам это должно быть очевидно, как «Отче наш». Я понимаю, новички так типа: «Ой, на записи они так идеально звучат, почему я так не умею петь?» Guys. Вот реально, так размышляют либо вообще люди, которые ничего в музыке не понимают, которые, приходя на концерт, не могут отличить студийную фанеру от живой записи. А потом, знаете, разочаровываются, вот когда артист звучит не как на записи. И она очень много кричала, прям кричала. Видно было, что ей тяжело. И мне как вокалисту моментами было тяжело. Вокалисты сейчас меня поймут. Мне было прям тяжело, потому что она прям рвала связки. И из-за этого она, потому что боялась, видимо, дать какого-то форшмака или петуха, она очень сильно отводила микрофон, и было слышно, что ей прям максимально тяжело. Это крайне непрофессиональный комментарий. Шоу «Адель» в Мюнхене способствовали росту местной экономики на 540 миллионов евро. Нормально тогда она наорала на 540 миллионов евро. Как свидетель ее концерта, и уверена, многие меня поддержат в комментариях, поет «Адель» очень круто и профессионально. И она-то уж... Без советов Люси давным-давно поняла, как работать со своим голосом, да? Отрабатывая многочисленные концерты со сложнейшим репертуаром. Плюс к этому пережив операцию, кстати, на гортань, на голосовые складки. Да, складки, почитайте, ребята, почему это складки? Я уверена, что многие зададутся этим вопросом. Как и у любого артиста, всегда в живых выступлениях есть погрешность. Я не раз отмечала, что Адель иногда занижает ноты. Но при этом, как вокальный педагог, скажу, с ее техникой все в порядке. Мне кажется, даже в записях слышно, что ее голос не такой нежный, знаете, как у Мии Бойки, например. Как пример. От нашей дурной любви закрутила, занесло. И если она мясисто поет, значит, на это есть. Да что вы там стучите? Значит, есть на это определенный ресурс. Меня просто всегда бомбит с этого, знаете, когда некоторые певцы или педагоги критикуют артиста по критериям. Да она же орет! Она же рвет горло! Она же просто там вообще выжимает из себя все соки! Да она же потеряет голос! Ребята, ну поорите так в течение месяца. Что останется от вас? А Адель орет уже так долго. Все у нее нормально. Все хорошо. Поверьте, без вашей помощи разберется. Я кайфовала только потому, что я люблю эти песни. А самого наслаждения от того, что она поет, и меня, знаешь, прям вот шух, раз мурашками.
такого не было. И это меня очень сильно расстроило, потому что я очень ждала этот концерт. Мне уже просто хотелось уйти, потому что в конце программы мне было прям тяжело ее слушать. И Адель потрясающая вокалистка. Видимо, она очень готовится к своим записям, потому что действительно так часто гастролировать, это приводит вот к таким вот проблемам со связками, которые мы в итоге слышим потом на живых концертах. Вот давайте так, раз уж как бы Люся осмелилась вот так критиковать, высказывать свое мнение, вот скажите, когда вы слушаете Люсю Чеботину, вы наверняка можете услышать, как у нее сипит голос. Пускай Люся предоставит нам справку о ее проблемах с гортанью, потому что я уверена, что там что-нибудь да есть, какая-то дисфония гипотонусного типа присутствует. Может быть, я могу ошибаться, но есть подозрения. При том, что Адель имеет сложнейший вокальный репертуар на протяжении всего концерта. Послушайте все песни Адель. Это действительно сложно. Огромный диапазон, очень много сложной техники. Это вам не 2.5 часа петь «Солнце Монако» и песни Люси Чеботиной. Зачем мне солнце Монако? Песни Люси не сравнятся с песнями Адель по уровню сложности. Это стоит понимать. Мне было прям за нее грустно, потому что мне было тяжело. Это не фраза, простите. Люся, нам за тебя грустно, что ты позволяешь отвешивать такие комментарии в сторону платиновой артистки, на концерты которой мечтает попасть весь мир. Все съезжаются в одну точку мира, чтобы посмотреть ее концерт. У Адель вообще нет проблем. Она, имея в арсенале одни баллады, собирает стадионы. Где бы вы у нас такое видели? Чтобы человек пел одни баллады и собирал многотысячные стадионы, да, и был платиновым артистом. Абсолютный лайф, за это огромный респект. Но... В смысле, без плейбека даже? Даже без плейбека. Вот видите, как. Вот я на эту тему и хотел поговорить. Честно, ну вот севшие связки, уставшие, да. Но зато она честно делает. А у нас в дабле поют с плейбеком. Ну я всегда пою лайв, и у меня даблов нет. Ну, у меня плейбек играет, но у меня в плейбеке не прописан вокал. У меня есть какие-то эдлибы, у меня есть бэки, но у нее был живой бэк-вокал. Я, к сожалению, не доросла до уровня Адель, чтобы возить с собой свой бэк-вокал. Честно говоря, человек. И поэтому он у меня прописан в плейбеке. Но я никогда не пою под плюс, если это не телевизионная съемка. Я всегда все концерты отрабатываю живьем. Люся, может, ты часто поешь живую, но мне лично не пришлось долго искать записи со студийной фанерой. Да, на ТВ-эфирах, да. Да, на ТВ-эфирах. По сути, эти ТВ-эфиры только и есть. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя. Но когда Адель была замечена в фанере? Когда она была замечена? Да никогда она была. Да никогда. Никогда. В том-то и фишка, что она тащит вокалом просто весь концерт. Весь концерт. И этих концертов достаточно много было уже. Сейчас она дает последние 10 концертов и уходит. Потому что Люся ее, блин, Чеботина раскритиковала. Я считаю, что если ты не в состоянии дать то, что ждет от тебя слушатель, тогда не загибай цену. Она же на имя уже продает. Ну, на имя. Ну, мы же пришли послушать голос, а не имя посмотреть. Сори. Меня бомбит. Неистово. Спокойно. Спокойно. Люся, тебя забыли спросить, загибать ли Адель цену или нет? Боже. Ребят, ну я надеюсь, это вот прям, ну, это, мне кажется, вообще не нуждается в комментариях. Люся, даже на ТВ-эфирах, когда Люся поет под фанеру, люди покупают билеты, чтобы послушать Люси на фанерное пение. Может, Люся бесплатно выступит? Или давайте зрители просто игрушечными деньгами заплатят ей, да? Пипец просто. Кстати, вот один факт. Организаторы концертов Адель в Мюнхене рассказали, что экран на сцене будет самым большим за всю историю концертных шоу. Его размеры составили 220 метров в длину и 30 метров в высоту. Стоимость экрана составляла 40 миллионов евро. Разница в том, что в случае мировых звезд ты понимаешь, за что ты платишь такие деньги за билет. Потому что шоу, да, по уровню не сравнится с теми шоу, которые делают наши звезды. Просто вышли с подтанцовкой, ну и все, спасибо большое, да, спели под фанеру, ну, спасибо на том, что иногда спели свои простые песни вживую, на том спасибо, ребята, на том спасибо. Потому что, поверьте, ребята, мне вообще есть чем сравнить. Я не зря такой сноб. Я считаю, что мой снобизм и моя критика на канале, она уместна, знаете, вот потому что я смотрела очень много концертов. Я побывала, ну, не то что по всему миру, но во многих местах в мире я побывала на концертах просто очень крутых артистов. И, конечно, когда я смотрю на выступления наших звезд, на якобы мероприятиях всероссийского масштаба, да, или даже каких-то, ну, около таких, ну, давайте, локальных масштабов, ну, смешно, ребята. И как бы и Люся еще что-то про цену говорит. Как бы не хочешь, не плати. Чего ты там $4000 заплатила за билет? Тебя никто не заставлял, блин. Меня очень удивил «Три дня дождя». Угу. Я по-настоящему кайфанула. Живьем? И да. Ребят, я думаю, все видели, как выступают
«Три дня дождя» вживую. Ты как вокалистка разочаровалась в моем вокале. Где ты? Я бегу за тобой. Потому что если вы посмотрите их лайвы, которые они выкладывают на свой официальный канал, конечно, там все поправлено, там все оттюнено. Сходите на концерт, убедитесь, как ужасно поет солист. То есть Адель нас не впечатлила, а «Три дня дождя» — это вау. Кстати, про Агилеру Люся также нелестно отозвалась. Просто Мия Бойко ее подставила. Кстати, Люся Чеботина сейчас была на концерте Агилеры буквально пару дней назад. Так. Выставила в сторис, я ей говорю, вау, типа, концерт Агилеры. Она говорит, мне не понравилось. Я говорю, в смысле? Она говорит, я не хейтер, но мне не понравилось. Я говорю, почему? Она говорит, ты знаешь, она и не танцевала, и не прям пела, стояла, опевалки просто лениво свои пела. А опевалки можно заучить, это же все тренировки. И ты как бы энергии в зал такой не даешь. И она говорит, мне не зашло. Ребят, ну вот это про опевалки, это, конечно... Это жестко. Во-первых, опевалки такие, как поет Агилера, это надо уметь, блин, делать. Мия Бойко не справится. Люси не знаю. Ну, как бы, тот график концертов, она точно с таким репертуаром и с такой голосовой нагрузкой, она не выдержит, да, с ее сипловатым тембром. И я тоже была на концерте Агилеры и вспоминаю этот концерт как один из самых счастливых дней моей жизни. Она прекрасно пела. И опять же, сравниваем уровень сложности песен. Агилера споет одну ноту, это уже вот уровень сложности всего альбома Люси Чеботиной. Ну ё-моё, критикуешь, блин, соответствуй. Для меня, как для человека, который и танцует, и поет одновременно на сцене, живьём поет, для меня очень важно, как артист умеет к себе привлечь внимание и как он себя, в принципе, ведет на сцене. Меня могут сейчас заходить в комментариях, сказать, не, что Адель, великая Адель, замахнулась. Но вот если сравнивать вот так, вот и пел живьем, и танцевал, и прыгал. Нас пишут, вот, вот там до той-то, там до Адель нашим, там, когда Китая пешком и так далее. Давайте честно, наши артисты, я сейчас говорю, давайте про девочек, в основном все и танцуют, и поют одновременно. На каблуках, в неудобных костюмах, которые давят, натирают, жмут и так далее. Адель была босиком. Она не танцевала, она просто ходила из стороны в сторону, стояла, сидела. Для вокалиста, прежде всего, самое главное — это комфорт дыхательного аппарата. Вот, знаете, мне всегда кажется, что Люся постоянно все прогоняет через свою призму мироощущений и свои личные комплексы какие-то. Так как она и страдает, и выступает в неудобных костюмах, на каблуках, просто не выдерживает. Кстати, она во многих интервью это озвучивает. Я очень лояльно отношусь к людям, которые не умеют петь, но хотят. Самое тяжелое было, это как раз-таки простоять всю ночь на каблуках. Вот Бьонса. Поет и танцует. Вот Пинк вообще летает. Так вообще жизнь артиста — это непростая штука. Но Люся не одна, кто попадает в ноты и может что-то станцевать под свои простые песни. И хватит уже универсализировать артистов, то есть делать их универсальными. В том-то и прикол, что некоторые великие артисты или классные артисты просто могут стоять около стойки микрофонной, которые просто могут петь сидя. Некоторые танцуют, некоторые не танцуют, некоторые просто поют. У всех разный стиль. Не вся музыка должна быть для фана, клубов, да, вот этих вот корпоративов сумасшедших. Это разные вещи. И на каждую нишу есть разный зритель. Но в случае Адель, раз мы как бы, да, обсуждаем здесь... Адель и Люси Чеботину, господи, прости. Ей не нужно выдумывать черные инфоповоды, да, способы пиара. Идти с таким материалом на шоу, залетая в тренды, мне кажется, что это не совсем то, что вообще надо было в принципе делать. У меня, например, в моем раннем возрасте, мне было 18 лет, у меня ушел отец из жизни. Там, ранее у меня ушел дед из жизни. Я, грубо говоря, не знаю, что такое мужская забота, отцовская любовь. Я, к сожалению, этого не познала. Но я не прихожу и не приходила ни на какие телевизионные шоу и не давила на жалость. Сюда люди приходят показать свои сильные стороны, а не жаловаться. Ей не надо стараться быть клоуном в плохом смысле, да, чтобы хоть как-то поддерживать популярность. А на самом деле этих клоунов у нас просто не пересчитать по пальцам на нашей эстраде, да, чтобы держаться на плаву и быть одной из самых успешных певиц современности. Адель это не нужно. Ей не надо сотрудничать с посредственным плагиатчиком Юркисом, чтобы взлететь на музыкальный Олимп. Простите, но это просто факт.
Причем, заметьте, со своими балладами она собирает стадионы, это большая редкость. Она может не танцевать, как Люся, и позволяет себе выступать босиком. Когда Люся и другие артистки просто из кожи вон лезут, выступают в неудобных костюмах, на каблуках, с танцами и всей вот этой мишурой, да? Опять же, ну что это за мишура? Ну, как бы красивое платье надела, под танцовку позвала. Дальше что? Да, вот удивительно вообще, как так получается. Что вообще Адель себе позволяет? Милочка. В 21 веке нужно понимать, что есть многообразие музыки и артистов. Вот, да, я приводила уже в телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, пожалуйста, я писала этот пост, и сейчас видео это повторю, что есть, например, Льюис Капалди, который прославился балладами, поет не всегда идеально вживую, но на его концерты ходят люди, его ценят и любят. Он имеет очень классный голос, классный тембр, и он поет баллады, ребята. Эд Ширан, который выступает всегда один, в рубашке, просто в клеточку, да, или в футболке, исполняет свои собственные треки под гитару, там даже бэнда нету, понимаете? И он выступает на стадионах, просто по всему миру. И будучи одним, на сцене просто держит весь стадион у себя в кулаке. Я была свидетелем. Это было офигеть как круто. И ему не надо на каблуках выступать, понимаете? Или Coldplay. Их дискография насчитывает огромное количество хитов, на их концерты просто не попасть, не купить билеты. Как же вообще Крис Мартин посмел и вышел в удобной одежде, а не на шпильках? Вот представляете, вот такие артисты выпускают медленные баллады, одеваются абсолютно просто и собирают стадионы. Вот как же так вообще? О, господи, меня бомбит, простите. Вот, а теперь посмотрите чарты самых продаваемых альбомов на мировой чарт. Вот вы видите там откровенное, бесталанное творчество. У нас почему-то все любят вот однотипное творчество. Даже творчеством не могу это назвать. Ну, однотипный музыкальный продукт. Около музыкальный продукт. После взлета Анны Асти Люся стала, кстати, делать свои песни на один мотив. С одинаковыми звуками, мелодиями. Вот как у Асти. Вот вы же наверняка это услышите. Вот давайте сравним. Вот песня Асти. Песня Люси Чеботиной. Давай, вот прям, Никита, ставь, пожалуйста. Лучше меня твоей жизни не будет. Ну и к чему были эти понты? Я человек, который прекрасно разбирается в сольфеджио, знаю гармонию, знаю разрешение, разбираюсь в продакшенах, потому что я сама создаю свои продакшены. Я сама занимаюсь подбором звучков, подбором сетов, подбором хетов, снейров, подбором BPM. Я занимаюсь всем, сведением, мастерингом. Нет ничего, что проходит мимо меня. Зритель стал более требовательный. У нас теперь выйти просто спеть босиком? Не зайдет никому. Наш зритель стал более требовательным. Это, надеюсь, шутка, ребята. Посмотрим по чарту. Что же слушают 99% людей в нашей стране? Вот, пожалуйста, слайд чарта. И теперь давайте послушаем, что это за песня. Я привыкаю, тайно таю, но держу себя. Полупьяный, полумокрый дождь, твои слезы плавят мою ладонь. А теперь сравним это с зарубежным чартом. Мне бы хотелось иметь другое мнение. Мне бы хотелось, как бы, чтобы кто-то меня переубедил. Но, к сожалению, хорошей музыки все меньше и меньше. Потому что наша индустрия построена совершенно другим образом. Музыка людям нужна как проходной материал. Вот как Стёб. У нас, кстати, обожают просто какие-то мемы, Стёбы. Но это, ребят, ну это не музыка. И такие песни не должны быть, как бы, в музыкальном чарте. На то, блин, он и музыкальный. Я могу казаться бабкой, но ну, это действительно так. Пускай на Западе тоже есть такие тренды. Но там в чартах, по крайней мере, все песни, они слушабельны, они хорошо записаны, там есть интересные звуки. И Ольги, например, Бузовой вы там не найдете. А если найдете, ну, конечно, мало ли вы там найдете, там будет такой музыкальный продакшн внутри, такая аранжировка или такие классные звуки, которые будут уникальны, да, и которые сделают ту или иную артистку популярной, потому что все равно конкуренции там гораздо больше. Вот где все эти таланты с шоу «Голос»? Но... Где они все?
Да. Потому что ты становишься популярным благодаря песням, а не благодаря голосу. Раньше Люся Чеботина вполне, как и все вокалисты, пробивалась через вокальные и музыкальные конкурсы. Пела, кавера и даже песни какие-то свои выпускала. Только они в массе никому не нужны были. А песни-то были неплохие, понимаете? Они ничем не хуже, чем она сейчас выпускает, а может даже и лучше. Но связавшись с нужными, влиятельными людьми в лице сына владельца всей медиагруппы, ее просто стали чаще ротировать. Ну, просто познакомилась. Ну, вот молодец, уважаю, это хорошо. Знакомство — это хорошо. И нам пытаются доказать, что песню нельзя нарочно сделать популярной. Можно. Потому что, хоть я как бы и критикую, да, нашу эстраду, но в нашей, например, стране есть много хорошей, талантливой музыки. Куда более талантливой, куда более вирусной, я уверена. Просто она не спонсирована. Просто она неизвестна. Понимаете? Все-таки, ну, поставь по телевизору, поставь везде на радио, не знаю, купи везде плейлисты и ротации, и будет тебе вирусная песня, если она действительно имеет какую-то поп-структуру. Но есть, конечно, исключения. Кто выбивается, тот очень долго к этому идет. И все равно этот человек потом впоследствии обрастает знакомствами. Ну, либо случайно залетает в ТикТоке. Такое тоже бывает, да? И Стас Ярушин, он тут прав, он хорошо, хорошо, что он спорит. Спасибо Стасу Ярушину. Невозможно сделать песню нарочно популярной. Да. Народ решает, да, станет она, да, популярной или нет. Ты мне скажи тогда, почему сегодня просто одинаковые песни, они... Первую я топ-лист слушаю, Люсь. Так это же не от артистов зависит, это же зависит от того, кто это слушает. Так артисты навязывают свою музыку, Люсь. Нет. Ну как нет? Ты сейчас можешь изгаляться, усложнять гармонию, придумывать наиболее сложный текст, более с глубоким смыслом, реально заморочиться над текстом и сделать это произведением искусства, а не просто песней. Но это просто послушать и скажут, ну... Клево. Только артист и его музыкальное чутье формируют общий музыкальный кругозор. Если у слушателя будет выбор между множеством хорошей музыки и как бы будет еще как бы какая-то, ну, в меньшинстве будет, ну, такая непонятная, какой-то проходняк, да, непонятная музыка, плохая музыка, он, конечно же, среди большинства будет выбирать хорошую, уж поверьте, потому что это уже интеллектуальный выбор, который может взращиваться, который может воспитываться музыкантами и теми людьми, которые находятся, ну, на вершине популярности. Ты знаешь, очень много бесталанных артистов, я сейчас не побоюсь этого, да, абсолютно, музыку которым делает компьютер. Вот он сидит, компьютер, и вот компьютерная история, он нажал две кнопки, раньше-то музыка создавалась, гармонии, мелодии. Люди это слушать не будут, потому что на вечеринке, например, какой-нибудь тот же роман, с которым мы сейчас с тобой спели, ну как это включить на вечеринке? Да господи, просто из пустого в порожнее. Даже Адель говорит, сейчас много музыки для ТикТока, а кто же будет делать музыку для моего поколения? В этом и суть, чтобы у слушателя был выбор, нужно разнообразие. А у нас выбор только между вторичной копиркой Анны Асти, ничего не имею против Настя, реально, они молодцы, потому что они сделали трендовый саунд, да, к которому все начали почему-то стремиться. И выбор между ТикТоком, да, ТикТок-трендами, которые, по сути, ну, там даже треки по одной минуте, да, вместо привычных, там, ну, 2,5-3-4 минуты. И 1% только — это меломаны, которые сами находят ту музыку, которая им нравится. И у нас много инди-исполнителей. Они собирают залы, но вы никогда не услышите их из каждого утюга. Кто-то слушает Агилеру и Бьонсу, кто-то Шаде, кому-то, не знаю, Massive Attack нужен, кто-то Nine Inch Nails слушает или Falling in Reverse. Только разница в том, что на нашей сцене есть только Филипп Киркоров, Анна Асти, Люся Чеботина и остальная попса. Ну, которая в трендах, да, и ее как бы активно транслируют. Я понимаю, что людям это нравится. Я все понимаю, вкусы и так далее. Но, ребят, это плохой вкус. Sorry. Не знаю, лично я боюсь захламлять свои уши музыкой Люси Чеботиной или там других каких-то артистов, которые у нас сейчас в чартах. Ну, просто потому что, ну, не знаю, это мое музыкальное, конечно, да, но вместо Люси Чеботиной я лучше послушаю, не знаю, вон Риана, да? Она ее, кстати, любит. Куда качественнее сделано, куда более понтовая музыка, более интересная. У меня есть команда. Так. У меня есть я. Я, да, пишу песни, в них сама вкладываюсь. Да. Моя команда работает. Сутками бывает не спит. Действительно сутками. И когда большой командный труд обесценивается, говорят, что тебе все сделали, тебе все купили, тебе подарили и так далее. Угу. Даже машину, которую я покупала сама, мне говорят, что мне ее подарили. Меня это обижает, потому что это говорит о том, что ты какая-то пустышка, ты ничего себе не представляешь, для тебя все сделали. Люся, почему тебя обесценивают? Потому что ты как бы очень часто себя немножко дискредитируешь. Причем Люся-то талантливая девушка. Ну, это очевидно. Ой, слушайте, у меня сережка упала. Представляете, я весь эфир говорила без сережки. Как она так? Представляете?
так, надо исправить ситуацию, я, пожалуй, вставлю сюда. Ну, нифига себе. Бывает. Бывает и такое. И в данном случае, мне кажется, нужно начать с себя в первую очередь. Обсуждать мировых звезд вот в таком ключе, давая им свою оценку, да, что вот типа не загибает цену или что-то еще, или самоутверждаться за счет других на конкурсе, да, это типа другое. Потому что, во-первых, это мне очень напомнило песню, которая была в топе. Очень было похоже. Вся музыка между собой похожа. Нет, я сама занимаюсь подбором звучков, подбором сетов, подбором хетов, снейров, подбором BPM-а, я занимаюсь всем. Короче, я пыталась держать эмоции, если это было эмоционально, простите за эмоциональность, но на примере этого интервью, этих рассуждений можно долго с вами рассуждать, да, о нашем шоу-бизнесе в целом, и это большой показатель. Вам может не нравиться какой-то артист, это нормально, но вот так откровенно, знаете, пренебрежительно говорить, ну, можете просто сказать, типа, да, я была на концерте Адель, типа, ну, здорово, но я как бы просто не впечатлилась так сильно, как бы хотела, да, ну, просто вкусовщина, мне не совсем зашло. That's all. That's all. Или, не знаю, да, просто давать оценку, типа, вот она кричала, мне было больно, ну и то, что она хотела уйти, Люсь, ну, как бы, некоторая информация не должна озвучиваться на интервью, свое, как бы, ЧСВ можно с друзьями, да, там, повысить. И я, конечно, понимаю, что этот ролик, типа, защитница Адель, фанатка и так далее, ну, просто я посчитала, что это несправедливо, и это не совсем правильно. Просто, ну, я всегда топлю за какую-то действительно, за действительно адекватную оценку. С этой оценкой я не согласна, тем более, когда она исходит из уст человека, который, ну, вроде бы что-то должен понимать в музыке. Я надеюсь, как бы, надеюсь. Хотя сомневаюсь. Господи, Сережку, ну, как я могла забыть? Ну, божечки. Собиралась так. Ладно, ребята, все. Давайте обсуждать, что вообще вы думаете насчет этого. Ну, давайте как-то в вежливой, хорошей форме. Без вот этих вот, фу, Люся, безголосая. Не, ну, конечно, можете выразить свое мнение, но вы же понимаете, да? Ну, это не совсем честное мнение. Я всегда за честность. И рассчитываю это честности от вас. За справедливое мнение. Так что, ребята, подписываемся, пожалуйста, на канал, ставим лайк. Я вас люблю, обнимаю, жду всегда на канале. До новых встреч. Пока.